Подъехал, машину вот поставил, пошел. У ребят водителей дальнобойщиков спросил, где находится вот мастерская по ремонту холодильников. Они мне объяснили. И миг я обратно шел, человек стоял и, мол, или пьяный был, или обкуренный был. Начал ругаться нецензурными словами. Матом начал ругать, руками махать. И я ответил. И ответил, а потом я даже не заметил, второй сзади подошел, без разговора, без ничего начал стрелять. Когда он начал стрелять, практически уже увидел, что он начал стрелять, и водичка тоже начал разнимать, и в него попали, и в него стреляли. Хорошо, что в сына не попали. Они хотели еще в него выстрелить, но не попали. И сели в машину, они тут. Уехал другой, блядь, кто-то. То есть они их не поймали? Нет, не смогли бы, если я бы сам поймал бы, совсем по-другому был. Но видите, он один туда побежал, другой сел в машину и туда уехал. А какая машина была? Мерседес белый. Белый? Да. А вы номера не запомнили? Нет, без номеров. Без номеров. Смотрел, на номера номеров не было, без номеров было. А сильно ли ваш брат пострадал? Да, не так уж. Не так сильно, да? Слава богу, не сильно, да? Да, слава богу, не сильно. Живы, здоровы. Угу. Ну, естественно, вы будете, наверное, писать заявление, да? Да, не, бог ему судья, пускай бог накажет его. Угу. А можете имя хотя бы представить? Меня Салим зовут. Салим, да? Да. А фамилия ваша? Раджабов Салим Олег Гулович. Угу. А вы, как я понимаю, из Таджикистана приехали, да, к нам? Да, а что везете? Капусту. Капусту? Да, дальнобойщики занимаются международным. И производством. Часто такое у вас происходит? Да нет, вообще вот первый раз вот такое. Бывает, что вот. Он вообще никак не объяснял, почему они это. Нет. Просто ему показалось, что. Даже не сказал, что машина мешает, да? Он сначала говорит, ты что сюда поставил? Это моя стоянка, там третья, четвертая. Угу. Я говорю, я сейчас спрошу, я уеду. Все. Я даже и не понял, почему начал руками махать, почему второй вышел стрелять, начал. Угу. Вообще непонятно было. Не знаю, я даже и не понял. Ну, сейчас продолжите путь, да, как я понимаю? Да, а куда вы едете? Сейчас до Воронежа. До Воронежа?